Всем привет, дорогие мои! С вами Кулина Ваня, проект «Фаберлик Онлайн». И в этом видео мы посмотрим мои две коробочки заказов. Тут очень много что не мне, но все равно покажу. Итак, 70% скидкой заказала такие вот кепочки. Это для серебряных VIP-консультантов, такие вот красоточки. Там вообще много чего есть, но у меня просто все есть, и я не знала, что конкретно заказать. Далее, бюстгальтер Сусана с артикулом 85C. Это 70% скидка для VIP-консультантов с уровня золота уже. Пошла артикул 503-887. Видите, как оно приходит. Очень интересно, да? Такой вот хорошенький, прикольный. Ну, тут, кстати, что толстовато, но можно убрать, и как раз вот лично у меня грудь начинает входить, если я это все убираю. Если это вставляю, то грудь пузырится немножко. Через одежду это не очень хорошо видно, поэтому я убираю, и мне нравится. Тут довольно-таки крупный такой вот, можно сказать, узоры рисунки, да, вот эти все рельефы. И с какой-нибудь там шелковистой, еще что-то футболкой уже не надеть эту вещь. Потому что оно будет выделяться, выпирать, неровности вот эти все. А так очень комфортный, классный бюстгальтер с любой кофточкой, футболочкой. Сейчас на мне тоже старая уже футболка Фаберлик. Я в ней хожу дома, мне она очень нравится в жару ее носить, у нас сейчас жара. Такая вот тоже великолепна, но она такая полупросвечивающая. Итак, значит, бюстгальтер я взяла за 800 рублей. Вообще здорово. Или за 900. Так, дальше. У нас по бонусу за покупку были гели для душа. Значит, вот эти три точно мне. Вишневый цвет и хлопок с артикулом 2547. Очень-очень мне нравится. И дальше, смотрите, смотрите, какая красота. Тут у меня чек был от VIP-новинок. И я поняла, что я забыла снять вот этот вот уход по VIP-новинкам Grand Prix. Сейчас будем с вами его еще смотреть. Уход состоит этот как три шага к совершенству. В итоге нам обещают уход за руками, который делает кожу гладкой, бархатистой, омолаживает, как после маникюрного салона. Конечно же, эта программа 100% работает. Знаете почему? Потому что предыдущие программы я заказывала даже в подарок. А эти еще и красиво оформлены, еще и можно покупать, как вам хочется. Итак, первый гель у нас с вами получается идет, тут прямо видите, написано степ 1, шаг 1. Он идет с артикулом 139.4. Значит, вот такая вот жидкость, которую вы разносите по рукам. Называется химический пилинг, 60 мл. Мы наносим, да, вот тут вот состав, аннотация, туда-сюда, да, то есть вот это вот все, кому нужно, на паузу обязательно поставьте. Вот, значит, мы его наносим обязательно на очищенную влажную кожу рук. Ждем 7-10 минут и смываем теплой водой. То есть вот так вот нанесли. Значит, второй шаг. У нас с вами идет уже как тонкая шлифовка, скраб для рук. Наносим скраб. Он такой вот тоже прикольный. Видите, консистенция такая, что слегка течет. Но запахи у них очень приятные, безумно приятные. Мне нравится. Мы массируем руки в течение нескольких минут. Не забываем уделять внимание пальчикам, кутикулы. И потом смываем водой. Это 13.95. Такой вот скрабчик. Да, классный, прикольный. И далее у нас с вами два шага на выбор. Или мы на возрастные руки делаем омоложение, или мы делаем смягчение. Все, что нам захочется. Например, формула омоложения, да, шаг 3. Если мы наносим его, наносим и разносим. То есть обычный белый. Ну-ка, дайте-ка я посмотрю. Ой, слушайте, плотный такой, хороший крем. Мне понравилось. Хорошенький. Наносим его, получается, и все, уход готов. Я считаю, что через 5 минут уже можно что-то делать начинать, да, этими ручками. Еще шаг третий, это жидкая перчатка. Наша с вами знаменитая жидкая перчатка, которая идет как смягчение. С артикулом 13.96. Крем для рук, тоже 60 мл. Он, подобно невидимой перчатке, обволакивает руки и обеспечивает им комфорт и защиту. Масла ши, оливы питают и смягчают кожу. В омоложении у нас содержится льняное масло, витамин Е и коллаген, который способствует быстрой регенерации и омолаживает кожу. А тут у нас с вами другие, да, уже масла и кремы, я бы вам сказала, такие же остались качественные. Даже вот запах у жидкой перчатки очень-очень похож. В общем, такой вот шикарный шаг, который я раньше всегда дарила в подарок. И у меня с него очень много зарегистрировано вообще людей в компании Фаберлик. Вот такая вот красота. Далее я хотела пропить эндокринную систему для женщин, но ее на сайте нет. И как бы вот расстроилась. Позвонила своему врачу и спросила, чем можно заменить эндокринную систему для женщин. Мой врач сказала мне, что можно заменить вот этими
Ох, еле продырявила вот этими классными капсулками. Это секреты Востока получаются. Артикул 157.10. Значит, что она вообще значит? Оно как раз-таки помогает нормализовать гормональный фон у женщин и мужчин. В упаковке 60 капсул. Она мне сказала пить до еды 2 раза в день по 2 штуки. То есть 4 штуки в день за 30 минут до еды. Вот так. Когда я смотрела Эдигера, он сказал в принципе то же самое. Поэтому я думаю, что тут совпадает мнение обоих докторов. Кто сомневается в моем докторе, пишет комментарий. Ну, вообще, природой организме человека заложена мощная защитная система, оберегающая его от вредоносных всяких воздействий извне. И важно поддержать иммунитет и укрепить ему. И вот как раз смесь масляных экстрактов «Секреты Востока» обладает мощным иммуномодулирующим эффектом. Она поддерживает защитные силы организма, помогает нормализовать гормональный фон что у женщин, что у мужчин. И в упаковке тут идет 60 капсул. В составе идут экстракты семян черного тмина, хельбы, корня кыст альхинди, которые оказывают общеукрепляющие и противовоспалительные действия. В общем, мы решили, раз мужская эндокринка пока есть, муж у меня пьет мужскую эндокринку от молекулы Корс, а я раз прозевала, я заказала себе «Секреты Востока». И девчонки мои у меня тоже вот «Секреты Востока» как раз и заказали. Вот такая вот у меня случилась ситуация. Не знаю, расстраиваться или нет, потому что, в принципе, я нашла взаимозаменяющий продукт. Мой доктор мне порекомендовал. Она сказала, конечно, не точь-в-точь, но это самое лучшее, что ты сейчас можешь попить. Хорошо. Дальше, как вы видите, огромное количество геля Signum One. Так, это VIP-новинка, я о ней рассказывала в прошлом каталоге, в прошлом обзоре. Очень понравилось 68.00. Что про Signum могу сказать, это то, что вещь просто необъяснимо крутая. Заусенница там опухла, загнила, помазали, все прошло. Там ноготь отслоился, помазали, это прошло. Синяк мгновенно убирается, коленка заболела там к непогоде. Ну, у меня вообще в априори больное коленко, я сколько раз показывала свой шов на ноге. Вот, и у меня очень сильно повреждена нога. Я перенесла 3 операции на ногу. И, ну вот, давайте я вам сейчас покажу. Да, вот видите, вот он этот шов здоровенный, да, вот, вот он отсюда до сюда. То есть резана я была несколько раз, поэтому... Любая активность, и я могу хромать, причем хромать длительный период времени. Прямо длительный. У меня болит коленка, у меня начинает болеть нога. И раньше я спасалась толстым слоем по 10 раз в день, аргинином, потом пчелиным ядом и так далее. Но один раз после самолета мне до такой степени было больно и плохо с ногой, что я уже не знала, что мне делать. Я не знала, как мне дойти до такси, мне было просто больно на каждый шаг. И у меня в косметичке лежал вот этот вот Signum. Кстати, упаковка новая. Он как раз идет 100 мл. Я его взяла для Викуськи, потому что она любит раниться, царапаться, там, не знаю, укусываться, комары, ударяться. А он прям хорошо помогает от этого всего. И я его достаю, намазала прям толстым слоем, то есть выдавила столько, сколько мне пишут на сайте. Нашлепала на коленку и сказала, ребят, дайте я посижу 5-10 минут, подожду. Ребят, я дошла до такси, у меня боли уменьшились в 2 раза. И я рада вам сказать, что это средство просто обалденное. Ну и, конечно, раз со мной еще и такой случай произошел, то, конечно, 2, 4, 6, 8, 9. 9 штук я взяла. И могу вам сказать, что из этих 9 штук только 2 мне. То есть люди любят себя, люди любят вкладывать свое здоровье. Он стоит своих денег. Это гель, который высыхает, не липнет, ничего. Его можно наносить и на лицо, и на органы. Девчонки даже говорят, что в женские дни наносят его прямо на место, где болит живот, сверху, и живот начинает проходить. Обалдеть, не встать. Я еще пока не пробовала. Вот, потому что прочитала это недавно, поэтому не могу подтвердить, но... В следующий раз, наверное, подтвержу. Может быть, в пустых баночках и так далее. Но я уверена, что я подтвержу, понимаете? Прям уверена почему-то. Так, далее. Это я коплю USB флеш-накопители 32 гигабайта в разделе для серебряных VIP-консультантов. Вы знаете, что это... Ой, по-моему, 50 каталогов, что ли. Начала уже забывать. Я скоро рубиновый. Да, вот такой вот с логотипом Faberlic. Классно, да, USB флеш-накопитель. Я прям с него... Кайфую, он классный, быстрый, не тормозной, 32 гигабайта. В общем, все понравилось, буду разыгрывать, буду дарить. Артикул 601-445, но вы его найдете только в разделе для VIP-консультантов на втором шаге заказа. Далее, кремы. Это у меня заказали девчонки. Узнаете, да, распродажу, они видят, заказывают, им нравится. Значит, пантенол крем для рук 2 в 1, 13,71.
Очень достойный крем для рук. Обалденный просто. Хвалю, рекомендую. Прям влюбитесь в компанию Faberlic, если хоть раз его себе закажете. Далее крем для ног, пчелиный воск. Тоже шикарная штука. Восстановление, питание. Как раз таки после депиляции или лазерной эпиляции, когда волоски сильно отрастают, но еще рано идти на следующую эпиляцию. Что мы делаем? Бреем ноги, так ведь? Потому что щипать нельзя, выдирать нельзя. И тот, кто пользуется сахаром, эпиляцией сахаром, он, депиляцией вернее, он тоже не будет через неделю идти на вторую, да? То есть он все равно пойдет и будет брить ноги. И в итоге получается вот этот пчелиный воск, мало того, что он классно восстанавливает, питает, он еще как будто заживляет. Мне очень понравился этот эффект, 1370 артикул. Кремчики не мне, но поверьте, удобно, консистенция, все удобно, все здорово, все классно, быстро впитывается. В общем, никаких нареканий к продукту нет. Далее, вот эта коробка пришла мне уже, если вот это стоит дня 3, то вот это пришла мне буквально вчера коробочка. И тут прям практически все не мне, но все равно разберем. Во-первых, гель для душа облепиховый. 29.08 заказал воспитатель у моей дочки. Дальше гель для душа вишневый цвет и клопок, тоже не мне, 25.47. Далее носочки, это моей Викусе. В общем, тут вообще практически нет ничего, что было бы мне. Мы решили попробовать заказать, потому что что заказывать где-то на Яндекс.Маркете, когда я могу... О, натуральные прям, да? Natural. Вот, когда я могу их купить у себя. В принципе, вот такие вот хорошие носки. Посмотрим. В прошлый раз я их засомневалась, заказывать или нет. По одной простой причине. Они Викуски, кстати, как раз на ногу. Все здорово. Но они слишком высокие. Из-за того, что они слишком высокие, я сомневалась. Но в этот раз на зиму я взяла пару штучек. Артикул 820-576, что ли. Ну-ка, а тут что написано? 820-576. Наверное, так. Да, тут, вот знаете, тут как-то вот непонятно, шестерочка такая маленькая. В общем, 820-57, а вот 6, не знаю. В общем, носки, я вот сейчас их смотрю, они мне очень понравились. Я заказала две пары, много не стала брать. Конечно, две пары это мало ребенку, что-то в стирке лежит, что-то новое берется. Но вот, вы знаете, наверное, даже еще закажу. Причем такой серый универсальный цвет. Самое то дочке носить, 10 лет нам исполнилось. Так, значит, крем для рук 89 вот рублей. Так, зубная паста, вот она идет. Тоже не мне. Отбеливающая концентрированная зубная паста. Тоже не мне, 16.94. Так, пакетик. Так, это тоже не мне. Опять-таки, да, 13.71 это у меня заказали девочки. Вот, ну, в принципе, и все. Больше ничего из мелочей нету. Тут у нас дальше идут... Уже гели для душа тоже были по акции. Дальше у нас с вами идут леггинсы, колготки. Без всяких скидок, акций. Просто хорошие леггинсы, просто хорошие колготки. Так, поехали. Значит, теплые колготки из хлопка 200 ден. А единичка. Это Викуське единичка. Поэтому я ей сразу... Это я могу распечатать. Это не, у меня не купили. Это я могу распечатать. Очень плотные, качественные, классные колготки. У единички артикул... 807.91. Заказываю уже второй год подряд колготки. Шикарно. Смотрите, какой тут начесик. Как тут все просто вот великолепно. Они теплые, они суперские. Я прям их рекомендую. Очень хорошие, мягкие. Ноги не колет. Так, это у нас 807.91. Тоже Викуське. Так, 807.91 Викуське. Вот даже обидно снимать заказ, когда ничего для тебя особо и не пришло. 815.07. Это у нас серый меланж, тоже Викуське. Но это уже теплые комфортные колготки из бамбукового волокна с классической посадкой. Они уже не такие супер теплые. Они уже поскромнее идут, но тоже очень мягкие, очень хорошие, клевые такие, да, видите? Прямо вот эта изнаночная сторона, если очень сильно натянуть, вот они такие. Они тоже крепкие, но не всегда нужны такие теплые, да, 200D. Эти как бы поскромнее идут, но тоже очень мягкие, хорошенькие, тоже для Викусика. Так, дальше поехали. Они 120D, кстати. Теплые из бамбука, тоже самые, 815.07. Так, это тоже Викусику. 807.76, это тоже единичка, это 1XS. Колготки плотность 120 ден, черные, черный меланж, тоже из бамбукового волокна. Давайте посмотрим, что значит черный меланж. Ну да, есть слегка тут вкрапления, поэтому
Это черный меланж. Но они такие, из этого вкрапления, издалека они будут казаться такими очень темно-серыми. Вот я бы так выразилась. Прямо мега-мега. Вот. Ну что ж, увидим. Ну, то есть такие вот хорошенькие, тоже очень классные. Точно-точно такие же, как серые. Так, дальше. Теплые леггинсы из хлопка 200 ден. Вот это не мне, 815-15, тут идет уже четверка-пятерка. Это леггинсы, вот, поэтому я их не открываю. Дальше, значит, 1XS это викуськи леггинсы, плотность 200 ден. Чем они отличаются? Тем, что это больше размер уже на сильно взрослого человека, а на очень стройную девушку, женщину или на мою викуську уже. На 10 лет нам подходит. Да, то есть у нас рост 140 с чем-то. 815-12, вот, 10 лет. Ну, у нас папа высокий, я маленькая, а папа повыше. Папа 187. Вот такие. Это конец изделия. И вот такая вот красота. Тоже пушистая. Они, мне кажется, даже теплее, чем колготки. Очень хороший, мягкий, суперский подшерсток. Кстати, какой у них состав? Дайте-ка я посмотрю. Что-то я читала, мне понравился. 54 хлопок, 38 полиэстер, 8 эластан. То есть довольно так и... Они хорошо тянутся и все. Да, видите, какие пушистики прямо хорошенькие. Да, ну хорошо, здорово. Значит, викуськины я вам показала, эти точно такие же. Дальше решила попробовать теплые комфортные колготки с утягивающим эффектом в области живота и распределением давления по ноге. Блин, а я заказала двоечку. А я же не думала, что они с эффектом живота, я же хотя, ну это я Катюшке отдам. Двоечка это Катюшкины колготочки, пусть будут. Не буду уже возвращать назад. Ну, в принципе, неплохо. На бедрах они идут поплотнее, а тут уже попроще, да. Вот видите, вот этот вот переходик тут идет, вот он, да. То есть и они идут просто черные поплотнее. Тут уже, видите, такая утяжечка. Ну, я не могу сказать, что они будут утягивать. У меня такое ощущение, что они обычные. Ну, не могу сказать. Ну, ладно, ничего страшного. Двоечку посмотрим. Сначала викуська примерит. Раз уж они с утягивающим эффектом, викуськи на работу как раз. 820-154 в размере двоечка. Побежим далее по колготкам. 807-76. Это колготки плотность 120 ден. Черный меланж. Те же самые, повтор. Потому что я викуськи заказала, по-моему, трое или пятеро таких и таких. Так, 1XS леггинсы плотность 120 ден. Черный меланж. 815-17, это викуська, я их уже вам открывала. 815-12, тоже леггинсы викуськины. Стираемся мы часто, поэтому нам надо побольше, пока одни висят. 815-17, они не подлежат сушке в машине. То есть постирали, повесили, когда они там на балконе высохнут, не знаю. Так, вот это вот не мое. Ну вот, в принципе, и все. С вами была Клонова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.